Дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня 5 апреля 23 года. Время 14:00. Видите, да, вот ручеечек маленький такой. И пчелки наши домашние. Водичка. Зачем дома ставить поилку, если вот здесь она искусственная, натуральная, точнее, а не искусственная. И вот этот ручеек потихонечку стекает в озеро или пруд. Настроение, правда, у меня какое-то плохое, как говорится, хреновенькое. Тем более дождь ночью прошел, на огороде сыро. Думаю, схожу на природу. А природа, видите, буйным цветом. Мальчики уток плавают, а девочки сидят на гнездах. Вот мальчики, три мальчика кряквы и одна девочка кряква. Не, четыре мальчика, он четвертый еще. Но я только что видел и мальчика серой утки, ребята. Мы думали, что они улетят, призимуют, улетят подальше куда-нибудь. Не, серая утка осталась здесь. Ух ты, вон самец кряквы, селезень, который поймал рыбку даже, ребята. Ёлки-палки, а? Небольшую, но поймал и слопал с удовольствием. Ой, умнички, думают, что я их буду кормить, а? Ребята, у вас тут есть кому кормить? Вы мои красивые, хорошенькие, а? Ребята, и настроение сразу поднялось, потому что это радость. Природа — это сказка просто. Гляньте, как они близко подпускают, ну, к ним 3 метра вот. Гляньте, какие они красивенькие, ребят. Ничего, я вам покажу скоро и гнезда этих красавцев, ребята. Ну, чуть попозже. Ветер только сильный. А так все отлично, ребята. Все будет хорошо, я надеюсь. До скорой встречи. Будьте здоровы.